Это Путин, который в 2014 году любуется не имеющий аналогов экипировкой солдат будущего. У американцев такого нету. А это мобилизованный из Твери, которым выдали пластиковые бронежилеты. Эй, больно! Защищает от пневматики. Это снова Путин, которому демонстрируют ткани из металла, способные останавливать осколки. А это мобилизованные из Воронежа, которые жалуются, что экипировку приходится покупать за свой счет. Вся одежда, которая вот на парнях, это вот все, что купили наши родственники. Это Путин смотрит на персональные компьютеры каждого солдата. А это расположение мобилизованных, что топится буржуйкой. Или солдаты из Татарстана, на экипировку которых заставляют сбрасываться их жен. С них добровольно принудительно порядке собирают деньги. Это мобилизованные из Кургана, которых кинули на обещанные выплаты. Где приостановки кредитов? Где какие-то льготы семьям? А это официальное заявление правительства, что мобилизованным не положена компенсация расходов на дополнительную экипировку и лекарства. И вроде мобилизация частичная, а кидалово солдат полная.